Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня играем на замене. Снова амазонки. Амазонки. Ну почему всегда амазонки, когда я играю без такла? Посмотрим, как пойдет. Да, Минк, это такое забавное, да? А чего это у нее на картинке? Чей-то золотой урок. Или что это? Смотрите, смотрите. Когда твой друг портит любые фотографии. А главное, непонятно, чье это богатство. Хорошо это или плохо, я не знаю. Поэтому. Привет, Драгон, еще раз. Встанем вот так. Вот так. Ой, у меня еще один есть. У меня есть Валентин. Он сегодня неоценим. Так, как бы вас поставить-то повеселее. Вроде все. Теперь можно пытаться уменьшить поголовье амазонок. Неплохо. Так, дружище, ты точно идешь сюда. Точно идешь сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, то есть блицевать будут в этого. Если что. Стрелки не есть хорошо. Двойки — это хорошо. Недостаточно хорошо. Двоечку, конечно, сейчас бы я выбрал, но нет. Ну, в принципе, забежать тут довольно сложно. Хорошо. Забежать тут довольно сложно. Давай, головастик. Я верю, ты справишься. Пятерочка.
Так, раз, два, три, завар с блоком. Девочка уже пошла во все тяжкие. Кстати, да. Если три девочки пожертвовать, то можно два куба Крокса с реслом сделать. Нет, там не было. Там стрелка пятерка была. А, да. Я бы выбрал блок, если была возможность. На одном кубе. На одном кубе. Оу, е. Так, блицев больше не будет. Уже хорошо. Здесь надо будет обойти... Надо будет ударить здесь, подойти, ударить здесь и эту девочку повесить на Крокса. Если она отсюда не уйдет, конечно. Раз, два, три. То есть отсюда мы уже добегаем, да? Да. Отсюда мы добегаем. Да-да-да, да-да-да, побольше ГФИ. Желательно провальных ГФИ. Четыре плюс даджи изи. Придется сюда-сюда-сюда так делать. Мы дешевле на 10 тысяч. Так, сюда-сюда. Хорошо, 5, 6, 7. Два ассиста надо. Раз ассист. Так, эта девочка пробита, она нам не угроза. Уже хорошо. Идешь сюда. Сюда. Шестерочка на третьем кубе есть. Хорошо. Это она неубиваемая, эта девочка. Пробили. Просто пробили. Могло бы быть и лучше, скажем так. Могло бы быть и лучше. Посмотрел, что по травмам, кстати. Никто не травмирован. Привет, Пасакасов. Сюда надо добраться. Здесь клетку построить. Как только построим здесь клетку, у нас будут определенные шансы.
Блин, даже с ДП ничего бы не получилось. Привет, Артвест. Вообще можно было не подходить после блица, подойти сюда. Что-то я ступил. Наверное, надо было сюда подходить. Так, здесь ГФИ, здесь два ГФИ, сейчас опять два ГФИ и один Д-блок. Пока что все без терновера и очень успешно. А вот и шестерочка. Сюда меня проталкивают. Но без пробоя, это прекрасно. Хотя очень близко было, кстати говоря. То есть тему поднимем. Сюда подведем игрока и заставим тебя сайдстепнуться куда-нибудь подальше. Кстати, красные. Надо больше игроков на это тратить. Это один Д-блок. Сюда переезжаем. Пятерка сюда. Неприятно, но что поделать. Он просто поднимется, получается. Тоже мне цепкий хвост. Драйкодекс, спасибо за фоллоу. Добрейший вечерочек, да. Тебя можно вообще сюда подвести. Чтобы эта девочка не думала особо далеко уходить. Шестерка. Великолепно. Еще бы пробойчик. Нет, пробойчик не завезли. Толкнуть ее сюда. Она и так неплохо стоит. Вот это бы... Не важно. Но все равно надо залазить в толпу. Для того, чтобы от Крокса было потяжелее уйти. Мы их вроде роняем, но что-то пока с кубами так себе. Даже колоколов нету. Блиц сюда будет, но дальше он не пройдет из-за вот этого скинка, по идее. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С одним ГФИ. Или что? Но все равно блиц понадобится.
И здесь специально парень с блоком стоит. Молодец. Не зря у тебя хвост. Вот не зря у тебя хвост. Можно было здесь встать. Но чё-то я ссыкую, братцы. Три, четыре, пять, шесть. Да, нормально все. Так, давай-ка на весь драйв отсюда. Спасибо. Этому придется убегать. С этими пока непонятно. Наверное, будем играть от этого блока, как пойдет. Вот так вот и пошло. А как это пошло? Никак. Здесь не уронил. Так. Давайте-ка для начала с одним доджом. Додж сделаем. Додж. Не хворай. Не вовремя он затупил. Сейчас бы, если бы он не тупанул, он бы мог стоять в толпе вот этих девок. Даже если бы я никого не повалил. Да, это ожидалось. Это ожидалось, поэтому скинку, конечно же, должен быть третий удар. Но он жив, здоров и цел. Вообще, я боялся вот блица этой девкой больше. Зачем-то еще один ассист был подведен. Не очень понятно. А, он хочет это... Да он и так мог ударить. Два ассиста как бы. Хорошо, что 5-6 не на армор. Да, не на армор. Так, единичку сбросили.
Магичку сбросили. Что-то это все выглядит не так, как мне хочется. Да, тоже ждалось. Но, блин, парень, тебе надо потерпеть. Спасибо. Надеюсь, как бы... Мои ребята не повылетают с поля. Очень сильно надеюсь. Ой, смотрите, это моим ником парень назвал. Не самое мудрое решение в Бладболе. Ладно, живем. Живем. Вот это нас подводит. Я не знаю, кто это, Лун Мин Вон, но он нас подводит 2 хода подряд. Да, у меня есть дурная слава, что все игроки под моим командованием очень быстро умирают. У меня самое большое количество смертей в Рубе БЛ за 8 арморные команды. И медики, когда я ими пользуюсь, они очень любят смерть на смерть перебрасывать. Ну или там любую травму, которую мне хочется вылечить, на смерть. Нормально. Живем. Тут очень много 1D действий, всяких доджей. Все успешное, но живем. Вот этот парень нас всех подставил, на самом деле. Не понял. Это сейчас почему так? Я еще поставлю тогда. Много у кого другие? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 3 тупки в подряд. Парень, ты слишком сильно меня подводишь. Ты подводишь команду, как минимум.
Как это работает? Как это работает вообще? Там айскингов избивают, подло. Пробился. А вот и такл. Хорошо. Три тупки за три хода. Среднее математическое ожидание за игру это три. То есть, либо он больше вообще не будет тупить, либо он будет тупить как просто невероятный крокс, где-то 8 ходов за игру. У тебя же блок есть? У тебя блок есть. А вот и пробой. Еще и колокол. Ну, хотя бы не травма, уже хорошо. Глядишь, за два драйва и поднимешься. Другое дело, я не понимаю, как амазонки не пробиваются. Я их тоже прилично роняю. Выталкиваю, у них даже армор не надо кидать, но вообще ничего. Работает. Не, я думаю, так же. Это же общее проклятие моих кубов, а как бы ничего такое нереальное. Можно было толкнуть вот эту девочку, в принципе, сюда. Пять, шесть, семь, два ассиста. Как не дать? Два ассиста никак не дать, получается. 2-2 не хочу бросать на этом блоке. Да, но неплохо работает на одном... Ну, как бы на многих матчах. Это у меня явно не первый матч уже. Так что... Среднее математическое должно работать рано или поздно. Пам-п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 ам. Не, на этот раз все нормально. На этот раз они меня. На этот раз они меня. Как бы двоих вытолкнул, достаточно много повалил и... Ничего, ни колокольчика, ни пробоя. Вроде дать нельзя. Будет играть в 1D. Да, будет играть в 1D. А потом что делать после 1D?
Один Д здесь, один Д здесь. Набирается на один Д здесь. Либо подставляет девочку и блицует с этого края в 2D. Дрэгон, в итоге же ты выиграл. Просто мои нургляши доказывают, что блодж не нужен. Ой, это неприятно. Вот это уже неприятно. Это 1D. Даже сосист это 1D. Итак, это 1D. Умрун не захотел упасть, значит, в Крокса будет максимум 1D. А вот я валяюсь. Бам. Зато теперь сюда можно 2D найти. В Ситара или Аданта. У Аданта есть. Адант, кстати, качается быстро. Но медленнее Ситара. Но Брайт быстрее всех. Блин, надо Брайтом занести. Вот будет круто, если получится в этой игре Брайтом занести. А, у нас это... Да, такой есть. БД. Бамс. О. Нет. Удалите ее, пожалуйста. Спасибо. Один. Давай, третья. Нет. Эх. Было бы хорошо, если бы еще третья единичка. Так, ну а теперь взятка играет на нас. Теперь у нас есть взятка, а у девочек нет взятки. Оп, вон. На одного бложера больше в следующей игре. Думаешь, единички скинуты? Типа, единички скинуты, и единичек больше нет, да? Типа того. Ой, Дрэгон, я на каждом стриме говорю, что Блодж переоценен. На каждом стриме. Мне все не верят. Или еще ближе подойти. Как жалко, что Крокс взял не гард, а джагу на первом левелапе. Хайкик. И поймала. Но если играет, да, то обычно по игроку бьют стаклом. Там выпадает стрелка. Стрелка-стрелка. И тогда Блодж играет. Или там череп-стрелка. Я пытался защитить этот фланг. Выставил здесь даже парня с блоком. Но нет, так не работает. ПО. Слишком хорошая серия кубов. Thank you.
И давай еще наружу, сюда, ко мне. Я просил ко мне, а не к ней. А где тёрновер? Я тоже, я хочу, чтобы это был тёрновер. Топовая распасовка, я бы сказал. Ну, аптеки на БХ и нокауты, это да. 4 плюс не удался. 1-1, кстати. Тут бы никакой додж не удался. Ладно. Ну что? Расталкиваем девочек, да? Я так понимаю. Расталкиваем девочек. Терка нас не интересует. Падай. Нет, жалко. Жалко, что ты не хочешь падать. Придется здесь бить. О, тут шестерка как раз. Все хорошо. Ну, а тебе с поля. Тебе придется блицевать вот так. О, шестерочка. Значит, мы тебя кладем сюда. И усложняем додж вот так. Сюда и туда. На уровне этой эмблемы край, да? Адан тебе передавал привет. Ой. Так, моя очередь кидать единицы. Даже кубы те же самые. 1-1-3, как он кинул. Точно, Адан. Не, ну блин, это должно было быть. Это должно было быть пафоснее, как в фильмах. Рессел. И, по-моему, все равно не освобождается, да? Да, тут все равно проход не освобождается. Нет, фолк тоже в моем стиле. У меня очень часто такие фолы. Прям очень-очень. Не, ну тут надо по таку зону проходить. Теперь завр один на охране. Он должен справиться.
В жизни не как в фильмах. Блин, ну должно было быть как в фильмах. Что за фигня? В жизни как в кино, но не как в кино. Но все же как в кино. Как в кино. Здесь додж будет. Я вообще думал, сюда будет блиц. Ну, как бы нет, так нет. Комедия, ты имеешь в виду? Блин, жаль. Хвост не работает, ничего не работает. Моря шестерок. Моря шестерок, все работает. Тоже вариант, что я не главный герой. Тырк, тырк. Наверное, так и сделаем. До 3 плюс ослабим все это дело. Вообще, надо было с этой клетки бить. Соответственно, ты идешь вперед на шаг. Шестерочка! Как же ты вовремя! Ладно, ты идешь сюда. Здесь хотя бы 4 плюс. Эти девки добегают, да, сюда угодно. Блин, она меня может вытолкнуть, если я сейчас не занесу. О, наконец-то травма. Я тоже умею травмировать. Не? Нет, не получилось. Не получилось. Бывает. Куда ударить скинком? Так.
Мы не паримся, если нам сейчас забьют. Да, Менг, один колокол на лонере и все. При этом двое было вытолкнуто. Я два раза фалил, или три. Не помню, по-моему, два. И... что-то еще там было. Два раза фалил, два раза выталкивал. В принципе, неплохое количество раз выбивал. Ну, просто ронял девочек. Но нет. Блин, у него блока нету. О! Нормально. Да, и меня завра пытались сломать. Кстати, пробой. Ну, в смысле, не пробой, а упал. Умрун не выдержал удара девочки. Ну, Умрун всегда склонен ложиться под девочек. Его даже бородатые девочки не пугают. И усатые. Здрасте. Слишком много 1D. Лови! Здоровяк! А, ты тоже здоровяк. Так. Нет, бить надо с этой стороны сюда. Чтобы еще здесь ударить. А, ты можешь так сделать? Ты можешь так сделать, хорошо. Так и делаем. А, тут шестерка, даже не понадобилось, окей. Сюда, чтобы на здоровяка было сложнее ассисты раздать. Напорченный ББ? В смысле, солдат? Что подразумеваете под порченным ББ? Детка, как же ты хорош. Как мощны твои хвосты. Ну как бы да, солдадос. Все порчу вообще. Что только могу. Ну теперь точно Адан привет передавал.
Опа. Скинг может валить. Три фола. Три фола суммарно. Ну, за первый фол, окей, не было удаления. А вот следующие три фола — это три свистка. Они боятся приветов от Адонта, что ли? Но это даже не столбики. Это я не знаю, что это такое. Почему я с этого этому передаю, этому еще раз бью? Все успешно. А, нет. Не успешно. Ну, зато 4 плюс удалось. Давай. Доджируй. Удар сюда. Так, тут девочку не подняли. Сюда. Удача. А, нет. Я понимаю, что если освободить нужно, может быть проблема. Я ее просто не хотел отпускать, наоборот. Угу. Есть такие варианты. Шестерочка, неприятно. Инжерит, нет. А, ты был с подкатом, на тебя плевать. Тебя сюда, тобой блиц. Или тобой просто блиц. Так, стоп, там сайдстеп. Там сайдстеп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три игрока мне надо. И четвертым делать блиц, чтобы освободить. Раз, два, три, четыре.
Что происходит? Плюс дождь успешный, вот что происходит. Ну и ладно. Какая дичь, господа. Ладно, хоть здесь не успел. А то что-то какая-то дичь началась. Нет. Но у меня есть блок. Хорошо. Минус ама. О, мой аптекарь, мой аптекарь, мой аптекарь, мой аптекарь. Как я рад тебя видеть не в моей команде, наконец-то. 2 СПП, в принципе, не страшно. Сюда, сюда, сюда. Так, у меня нет реролов, поэтому сделаем 2D-блок здесь. Пробой. Адант ответил. А, да, реально, Адант ответил. Настоящий мафиози. Блин, блок без блока не хочу делать. С другой стороны, какая разница уже? Давай. Ничего нам не дало. Сделаем даже посложнее. А это мы уже делать не будем. Потому что эта девочка опасная. Эта девочка не добегает. Опа-ча. Давай, 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 братик. Лови мячик. Опа-ча. Вам это кажется таким же тупым, как и мне? Ну, ладно. До свидания. С вами было приятно иметь дело. Раз, два. Ну, нет, скинг защищает. Эх. Ха. Лови. Лови ее. За волосы надо было. Чё ты её за руки пытаешься поймать? Не, ну... Приятно, что...
Что кто-то хоть ностальгирует. Блин, пятерочка. И теперь в красные. А нет, 6 плюс додж. Ну, это явно не 6, а вот это 6, кстати. Что за дичь сейчас происходит? А, не дошел. Фу. Четвертая тупка, но это нормально. Так, было спасено 3 скинка, теперь 2 скинка спасено. Девочки, не подня... Блин, узнаю, вот я как будто сам против себя играю, вот абсолютно такие же кубы идут обычно. Выбил в первом тайме или в каком-то, в начале второго до сих пор лежит и так далее. Крокодили столбики. Кажется, кого-то опять будут бить на правом фланге. Ну, парень, ты главное сделал, ты занес. Теперь можешь отдыхать. В Крокса. Он всю игру мне портил, и в него теперь еще и камень прилетел. Камень кроксигорской ненависти просто. Че это феминистки балуются? Маленький день сурка. Наверное. Ой, тут 6-6. Нет, Стебрик, живи. Да. Нет, это скорее возмездие за все те бритвы и пену для бритья подаренные. Я не знаю, кто такой Валентин, поэтому... Поэтому ладно. О, 1D. Я думал, здесь 2D будет. 1D. Ну, окей. По крайней мере, переброс потрачен. ПО. А так... А-та-та. Вообще, я думал, здесь будет как-то заход. А почему-то была выбрана эта сторона. Ну, как бы ок. Но... А.
А, и в итоге он пошел по менее выгодной стороне. Не, ну, ну ладно. Ой, она об асфальт самоубилась. Я ни при чем. Не лови, не лови, брось бяку. Молодец. Давай, поднимайся, парень. Сойдет. А если здесь? Блин, тут тоже два. А мне невыгодно, кстати. Вот, вот этот удар мне выгоден, а эти два не очень выгодных удара. Далеко она добегает-то хоть? В принципе. А я ее не могу в бок подвинуть, да? Как мы это делать будем? Как мы это будем делать? Ну, то ударим с блоком. Без разницы. Нет, тут дабл единицы. Ни одно бы действие не удалось. Ни подбор мяча, ни вот этот удар. Никакой додж. Блин, такл. Максимум, чего я бы смог добиться, это еще одного скинка на мяч поставить. Кстати, World Sitar опозорился дабл единицами в ответственный момент. А за это еще и Умрун теперь огребает. Ну а тебе, Умрун. Вот за что? Он и так камнем получил, у него травма теперь. Которая Ниглой зовется. И травма его теперь Ниглой зовется. Так и запишем. Холл дружбы. Так, ты идешь сюда по-любому. А, 3 плюс додж. 3 плюс додж. Ну ок, на 6 кубах 6 не нашли. Бывает. В принципе, после того, как я на 14 не находил ни двойку, ни шестерку. Умрун, ты такой позорник. А я еще Завр Пас хотел сделать. Ну, ладно, мы хоть победили. Троечка, пятерочка. И я еще апнулся. Великий, неповторимый. 8 арморбрейков на 5. 39 на 37. 10, 16. 10.
Одна травма. Одна травма за матч. Две травмы.